Наталья, здравствуйте. Ваш вопрос. Ольга Дмитриевна, вы вообще болеете или ваши родные? Если да, то как вы боретесь с болезнью практически? Приведите, пожалуйста, пример. Наталья, я человек. Да, в моем теле бывают разные состояния. Но дело в том, что я думаю, что делюсь практически всем, что я в этом плане делаю. Конечно же, для меня очень важно сегодня, в данном этапе, в данном сезоне, это причастие каждый день. Поэтому я его принимаю, и не только за себя, но я ставлю туда и своих родных, и их также благословляю и защищаю. Что касается профилактики определенной, это иммунитет, это укреплять иммунитет, это утверждать Божью жизнь в своей жизни, в каждой клетке, и разговаривать, вести диалог со своими системами органов, давать им задания, потому что мы прежде всего дух, потом душа и потом тело. Это исповедовать места Писания, которые Бог дает. Но и что касается подкрепления или как профилактики, то здесь есть простые методы, которые связаны с натуральным подкреплением. Это сода, которую можно использовать, да, для того, чтобы просто 5 минут подержать во рту соду, раствор ее, и всякий вирус потеряет свою оболочку, чтобы он не прилеплялся. Это полоскание и так далее. То есть на первых этапах лучше с этим сражаться. И если вы почувствовали, то действовать. Но, наверное, я скажу больше сейчас о внутреннем человеке, потому что то, что является внутри нас, это выходит как защищающий нас скафандр. И то, что я хочу вскоре сказать эту проповедь, скафандр безопасности, что-то я уже в этом плане говорила, но скоро она прозвучит в большем объеме, и поэтому для вас, не знаю, когда выйдет этот ответ, может, уже после того, как прозвучит проповедь. В любом случае, там я дам некоторую раскладку по внутреннему миру, потому что у нас с вами есть внутренняя крепость, которой мы защищаем наше тело. И если человек поражен страхом, если он поражен паникой, если поражен плохим настроением и состоянием постоянного угнетения и печали, то пробита ваша безопасность. Поэтому в этом ключе надо постоянно наблюдать, а что я чувствую, а что я думаю, как я живу, в том, чтобы мне всегда мыслить о том, что делает меня и защищенной, и крепкой, на каком основании у меня эти мысли, я не самообманом занимаюсь, ну и так далее. То есть это, как вы слышите и понимаете, комплексный подход. Поэтому благословляю вас также не болеть и вашим родным в том числе. Здравия и крепости. Всего доброго.